Грузовик с отходами и несколько куч мусора обнаружили в селе Привольное Ривненской области. Селяне задержали автомобиль МАН, который вез мусор, предположительно, львовский. Грузовик, который по документам направлялся в Запорожье, трижды за два дня курсировал из Львова в сторону Ривны. Водитель фуры, 39-летний житель столицы, уверяет, мусор не сбрасывал. Не смог объяснить и того, каким образом преодолел более 2000 километров за два дня. Открыто уголовное производство.